Как выглядит место, где родился и вырос всемирно известный певец Димаш Кудайберген? Как выглядит дом, где Димаш жил вместе со своими родителями? И кто сумел снять это на камеру? Сегодня я расскажу вам об этом поподробнее. Приветствую вас, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на канал D-Podcast, канал, который целиком и полностью посвящен жизни и творчеству нашего любимого артиста мира Димаша Кудайбергена. И сегодня у нас очень необычный ролик, нам с вами откроется священное место для всех Диарс, наверное так, а именно дом семьи Димаша Кудайбергена, в котором он родился и вырос. Вообще, честно вам признаюсь, я был очень сильно удивлен, когда на днях узнал об этом видео. И я заранее извиняюсь перед теми слушателями Димаша, кто уже видел это видео. Ведь сам ролик был выложен в интернет еще 23 мая 2021 года, в том году, в конце весны. Но я уверен, что найдется немало любителей творчества артиста, кто данное видео еще не встречал, как я. И мой сегодняшний обзор, наверное, именно для последних. Во-первых, я очень сильно удивился, что кому-то удалось снять изнутри дом детства Димаша. Сначала я подумал, что это, возможно, сделал кто-то из родственников певца, кто живет в этом доме на данный момент или же проживал в нем ранее. Хотя это, как мне кажется, немного странно. Зачем снимать так действительно место своего проживания, да? Но потом я узнал, что данный ролик снимал никто иной, как Максат Чаки. Он же Максат Чакиев, который является экс-министром культуры, информации и туризма Казахстана. На минуточку. Бывший министр. На Медне получилось побывать в доме мировой звезды Димаша Кудайбергена, где он вырос и учился. Город Актобе. Написал политик. Максат Чакиев прогулялся по дому певца, снимая увиденное на камеру мобильного телефона. Особый интерес у него вызвала комната, в которой жил сам Димаш. Вот его картины. За этим столом Димаш уроки свои учил, песни свои изучал, фото родителей, его фото. Чем-то на Майкла Джексона похож. Его сувениры, видать, с международных разных конкурсов. Дамбра, книги Димаша. Прокомментировал видео Максат Чаки. Вообще, хочется отметить, что дом достаточно большой, но вполне скромный и привычный глазу. Сразу видно, что в нем жили скромные и воспитанные люди. Очень уютная атмосфера в помещениях дома. Комната Димаша мало чем отличается от комнаты обычных подростков. На полках стопкой сложены грамоты и сертификаты. На шкафу игрушки. И много фотографий. На стене в детской Димаша можно увидеть большую картину на космическую тематику. Интересная инсталляция на стене. Космос. Видать, тогда уже Димаш сам программировал на вселенную миссию, что он будет покорять вселенную своим голосом, говорит нам автор видео. Ну что же, давайте не будем оттягивать удовольствие и посмотрим видео из дома Димаша целиком. Приятного просмотра. Его первый, я так понял, да? Его родители были. Здесь жили, оказывается, вот кухня, где Димаш обедал, ужинал, завтракал. Они гребел. Хорошо, мы сделали у нас. Это помог. Это... Что? Мы ее
Вот такой обзор у нас сегодня получился. Напишите свое мнение об этом. Смотрели ли вы уже данное видео, или же, как и я, видите его впервые. Напишите, как вам атмосфера семейного уютного гнездышка. И как вы думаете, что теперь с этим домом? В нем кто-нибудь живет из родственников Димаша, или же, может, из него хотят сделать там музей? Почему нет? Посвященный артисту, да? Я, если честно, сам не знаю, и мне очень интересно узнать что-то об этом. Дальнейшую судьбу данного дома. Спасибо, друзья, что были сегодня со мной. Я надеюсь, вам понравился наш сегодняшний ролик. Если это действительно так, то поставьте этому видео лайк и напишите парочку комментариев под этим видео. Не забывайте подписываться на канал Deep Podcast, чтобы не пропускать новых роликов о нашем любимом артисте. Также вы можете поддержать канал под данным в описании под роликом. До встречи в новых выпусках и до свидания.